Президент США Дональд Трамп встретился во вторник с президентом государства Палестины Махмудом Аббасом в городе Вифлееме на западном берегу реки Иордан. После чего два лидера провели совместное выступление. «Я действительно надеюсь, что Америка сможет помочь израильтянам и палестинцам выковать мир», заявил хозяин Белого дома. «Я привержен достижению мирного соглашения между израильтянами и палестинцами и намерен сделать все, что в моих силах для достижения этой цели». Аббас заверил меня, что готов работать над этим, и премьер-министр Нетаньяху обещал мне то же самое. Трамп добавил, что намерен начать мирный процесс по всему региону Ближнего Востока. Это станет потрясающим достижением, считает президент США. Трамп посещает Израиль и Палестину в ходе своего первого международного турне. Накануне он прибыл в Иерусалим из Саудовской Аравии, ставшей первой остановкой этой дебютной поездки.